прекрасный голос. Раз в банке он увидел красивую девушку. Я могу вам чем-нибудь помочь? Нет. А о чем вы мечтаете? Увидеть солнечный свет. О, Боже, пожалуйста, дай ей зрение. Ладно, только ты мне отдашь самое дорогое. О, я снова вижу, спасибо тебе. Я не мог поступить иначе. Мальчик вышел на сцену и вдруг понял, что он не может петь. Но, о, чудо! Ему вернулся прекрасный голос, еще прекраснее, чем был. Потому что добро возвращается.